приветики. Роман, Бурак, приветики. Ребята, tap on the screen everyone. And, пожалуйста, пишите в чате, как делишки там, новенькое, что, вопросики. Yes. Я смотрела, короче, отбеливание зубов. И оказывается, можно, то есть, короче, есть какое-то отбеливание внутризубное какое-то, короче, прям изнутри как-то отбеливают зуб, то есть не только сверху у вас там это, ну, когда вы улыбаетесь, и вот тут вот отбеливают, а прям и заднюю стенку, и переднюю, и прям внутри зуб тоже, типа, ну, белый становится, короче. Ну, это дороже, понятное дело, но все равно прикольно. Я не знала. Паша, спасибо за лайки. И еще сказали, что это больно. Ну, точнее, не то, что больно. Потом после этого болевые ощущения на протяжении, не знаю, какого времени. Ну, там, недели или 4-5. Ну, что-то такое, короче. Вот. И Степан, спасибо. И, короче, стрёмно. Ну, ладно. Степан, привет! Паша, спасибо большое за лайки. Thank you. Слэм, приветики. Степан, спасибо большое за лайки. Денчик, чеченец. Николас. Я из Минска. Дмитрий, спасибо за подписку. Степан, спасибо за лайки. Кранчик потух у меня, чего это? Паша, спасибо. Дмитрий, спасибо за лайки. Степан, спасибо. Что делаю сегодня? У меня сегодня день решения семейных вопросов. Дмитрий, привет. Сергей, привет. Людмила, приветики. Паша, спасибо за лайки. Есть девочка, которая чисто вот так вот, чисто ведет эфир, не разговаривает, просто вот ей дарит подарочек, она такая, что-то вот это вот как-то, я не знаю, и все. У нее там на фоне музычка играет. Ей присылают подарочки, она просто не разговаривает, ничего не говорит. Просто, да. Просто. Ну, я знаю, я видела, там какой-то формат такой есть. Но не смогла бы я так, наверное. Паша, спасибо за лайки. Ой. Я бы так не...